Всем привет, друзья! Как уже многие знают, Valve сделали массовую раздачу бета-теста в CS 2, но при попытке поиграть в нее я столкнулся с такой проблемой, что у меня вылазит ошибка 1014. Я пробовал переустанавливать игру, проверял файлы игры, но мне это ничего не помогло. У меня вылазит вот такая вот ошибка 1014, и я с этим ничего не смогу сделать. Я думаю, многие бы уже давно сдались на этом этапе, но я пошел дальше. И на одном из форумов я нашел решение этой проблемы. Это установка старой версии Steam. Это такой больше костыль, чтобы поиграть, пока Valve выпустят нормальное обновление. Но все же мне это помогло. Сейчас я вам покажу, как это сделать. Итак, скачиваем старую версию Steam. Ссылочку я оставлю в описании. И устанавливаем Steam. После установки логинимся в свой аккаунт. Нажимаю «Войти». И ввожу код, который приходит нам на телефон. Нажимаем «Ок». Подключение к аккаунту. У нас запускается Steam, заходим в свою библиотеку, Counter-Strike, Limited Test, играть. Нажимаем «Да». И как видим, у нас запускается игра, и у нас все хорошо. Можем играть. Какой угодно режим. Если вам помогло это решение, ставьте лайк, пишите комментарий. Ну и всем спасибо за просмотр. Всем пока.